1-0, Дим. Ну, долго. Ты смотрел. Ладно. Ну все, раунд, чё? Давай, ты не знаешь. Дим, ты не знаешь. И вы самое слабое звено. Прощайте. Угу. Ты сколько мне дашь? Я не знаю, мне надо выигрывать, знаешь. Все! Все! Всем привет, я Дмитрий Баринов, со мной Александр Соболев. Сегодня мы будем играть в игру в лжеца. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Саш, первый вопрос. Футболисты из Камеруна, игравшие в чемпионатах России. Я назову двух. Угадывай ты. Первый это Андуа, второй Самуэль Ато. 1-0, Дим. Теперь я. А ты смотрел там вопрос? Я знаю. Ты смотрел. Ты смотрел. Я знаю. Игроки из текущего состава сборной Камеруна. Я назову двух. Так. Ну, долго. Ну, называй, ладно. Ну, я назову нападающего Баварии Шупомотинг и Денчика Ондуа тоже. Все получается 1-1. Ты прочитал вопрос следующий? Нет, я перелистнул просто. Футболисты сборной России, которые играли против Камеруна на чемпионате мира в 1994 году. Двух назову. Давай. Анопха Картер. Я бы больше... Ну все, раунд, что Сашка выиграл. 2-1. Сборная, с которыми Камерун играл на чемпионате мира 2022. А, давай попробуем две, наверное. Ну, называй. Помню точно Сербия. Так, вроде 3-3 даже сыграли. Время засеките. Сербия. Ну, кажется, ты больше не знаешь, Дим. Сколько осталось? Секунд 40, да? Да не сбивай, пожалуйста. 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30. Дим. Давай, ты не знаешь. Дим, ты не знаешь. Марокко. Все. Дим, время вышло. 20 секунд еще. 20 секунд еще. И вы самое слабое звено. Прощайте. Ну, пускай будет один, потому что я все время говорил, что я их один матч смотрел, вот этот, который я смотрел. А ты уже сказал два. Не знаю. Ну, все, я втор, значит, все. Мой балл. Нет. Значит, мой балл. Еще. Аргентина. Еще одна. Португалия. Все, да, мой балл. Да. Я выиграл. Бразилия-Швейцария. 3-1. Следующий вопрос. Игроки сборной России, которые играли в товарищеском матче против Камеруна в 2011 году. Ну, тут просто примерно то время. Ты сколько мне даешь? Я не знаю, мне надо выигрывать, знаешь. Сейчас ты 3-1 идешь. Ну хорошо, 3. Давай я попробую 4. Давай. Да, ну это просто на самом деле. Акинфеев, Березуцкий, Колодин, Симак, Денисов, Дзагоев. Это назовешь, ну там что называет? Ну, Киржаков. Нет. Опа. 30 секунд. Зырянов. Опа. 20 секунд. Малафеев. Клубы из топ-5 лиг, в которых играют футболисты сборной Камеруна. Я назову, наверное, 2. 2, да? Ну, давай. 2-3. Чемпионаты Италии, Наполи. Кто? Опорник. Кто? Ну, Наполи, да, есть. Наполи, я знаю. Я вчера смотрел, потому что футбол. И Шупомотинг, Павари. Все, 2 я назвал. Молодец, Дим. Клубы, за которые Гаэль Ондуа играл в России. Ну, пусть будет. Не знаю, где он играл. Ну, предположу, но пусть будет 2. Если он играл в 2. Ну, давай попробуем, давай я назову 3. Давай, называй. Ну, Локомотив, Анжи и
Мордовия? Нет. Ну, не знаю. Крылья Советов, ЦСКА. Три назвал, Саня! Ну, тебя просто протащили опять. В смысле, я просто клубы называл. Я читаю вопрос. Дим, страны, граничащие с Камеруном. Один. Ну, говори. Там как бы, ну... Сенегал, там, что, рядом есть? Белоруссия. Корея. Дубай. Ой, Саудовская Аравия. Не знаю, все. Все? Нигерия, Чад, ЦАР, Конго, Габон, Экваториальная Гвинея. Максимум я что мог сказать, Нигерия, да. Угу. Клубы, за которые играл Самуэль Это'о в России. По-моему, за один играл. Ну, по-моему, один клуб. Один. Ну, я называю мой балл. Все, я тоже скажу. Получится ничья, Саша? Не-не-не, я отвечаю. Зенит. Все! Все! У меня время, минуту, я могу пересчитать клубы. Ну да. Оренбург, там, Ахмат. Ну зачем ты тянешь время? Анжи. Сюда. Не повезло. Да, не повезло. Что значит не повезло? Не повезло. Везет тому, кто везет. Так. Саш, ты что-то вопросы... Все вопросы... Я не вопросы читаю, отвечаю, не вопросы. Цвета официального флага Камеруна. Я назову. Да потому что ты видел флаг там, Саша, ну так нечестно. Ну там три, там вроде три или два цвета, я не знаю. Три. Называй. Желтый. Красный, синий. Оранжевый. Белый. Не подсказывайте. Я готов назвать третий. Помоги. Нет. А что там я назвал? Красный и желтый ты назвал. Зеленый, Саня. Нет, еще один есть. А что ты читаешь? Да я не знаю, да. Саш, страны, в которых работал Валерий Непомнящий. Ну, если бы мы про Камерун чисто логически подумать, ну, не знаю, пусть будут две страны. Но если вопросы про Камерун, то, да, наверное... Ну, тогда я две назову. Или, может, на границе где-то с Камеруном. Пусть две будет. Давай, я не буду называть. Россия и Камерун. Бесспорно. Все? Моя победа? Нет, ты не выиграл. Я выиграл. Не. Ну, да. Ну что, вот и подошел к концу этот великолепный квиз. Как бы, ну, по результату все ясно. Кто проиграл, кто выиграл. Ну, это, в принципе, до квиза мы знали, потому что сценарий был. Всех приглашаем на матч 12 числа с Камеруном. Поддержите нас, и мы постараемся порадовать вас. Всем спасибо. Все свободны.